сорт острого перца Хабанера Гольден, Хабанера Золотой. Этот перчик относится к виду Capsicum chinense. Родом он из Карибских островов. Высота растения может достигать в теплице до 1 метра. Если будете выращивать в открытом грунте, высота будет не превышать где-то в пределах 30-40 сантиметров. Кусты довольно мощные. Этот сорт относится к высокоурожайным сортам. Стручки созревают от зеленого цвета, вот от такого вот. Вот он, вот зеленый. Потом становится такого горчичного цвета. И в конечном результате золотистого цвета, ярко-желто-оранжевый, очень красивый цвет. Стручки имеют насыщенный фруктовый вкус и хрустящую корочку. Но единственное, что этот сорт имеет длинный вегетационный период. Он составляет от 120 дней до 180. Это растение многолетнее, его можно выращивать как в горшках, так можно выращивать в теплицах. Острота такого перца от 300 до 400 тысяч сковелей. Очень острый и очень плодовитый сорт. Так что я советую выращивать вам такой сорт у себя дома. Он не прихотливый, не нужно морочить с ним голову. Подкормили, полили водичкой. Тоже не любит сильно переувлажнение. И он будет радовать вас всегда большими урожаями.